Организация общественного контроля и обучение наблюдателей при проведении выборов – это совместный проект Общественной палаты и облсберкома. У первой, в свою очередь, подписаны соглашения с 20 общественными и некоммерческими организациями области. Поэтому наблюдатели от Общественной палаты 9 сентября будут присутствовать на всех избирательных участках, а их в регионе 2608. Выборы будут интересными, наверняка они будут горячими, и цель общественного наблюдения – создать все условия равные, честные, прозрачные. А мы постараемся, чтобы каждый избирательный участок имел связь с нашим центром общественного наблюдения, как это было на президентских выборах. Самое главное – наблюдатель, контролер. От гражданского общества, от общественных организаций, в данном случае от общественных палат на выборах, которые состоятся 9 сентября в Ростовской области. Он представляет все общество российское, он представляет интересы всех избирателей, вне зависимости от политической либо личностной окраски кандидатов. Примерно две трети наблюдателей областной общественной палаты уже имеют подобный опыт. Многие участвовали в таком процессе во время президентских выборов. Общественная палата России отметила личный вклад донских общественных наблюдателей в обеспечение избирательных прав граждан. Мы должны быть чем-то промежуточным между избирателями и избирательной комиссией. Не между кандидатом и избирательной, не между партией, а именно между избирателями и избирательной комиссией. Центр общественных наблюдателей при Общественной палате области располагается в Ростове на Пушкинской, 70. В ближайшее время здесь пройдут семинары и вебинары для независимых наблюдателей. Галина Белоусова, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону.